Слышите, как заливаются. Все думают, ля, класс. Они заливаются даже зимой в бурю и в пургу. Почему? Потому что я сейчас вам покажу, кто это на самом деле поет. Гляньте, кошак какой важный такой. Фонари отличаются, да? В Ялте все равно красивее. Сейчас покажу, кто поет. Смотрите. А поет вот кто. Обычный динамик, совершенно верно. Ну, красиво, скажите, красиво. Солнечно здесь, тепло. И согласитесь, людей побольше, чем было в Судаке. Небо, гляньте, какое красивое сегодня. Облачко, глянь, в форме... На что похож? На сырничек или на блинчик? Не, на этот. Как он называется? Бургер. Бургер. Бургер из облаков. Здесь все зелено, красиво и тепло. Птички действительно красиво поют. Знаете, да, в Алуше сделали на набережной ремонт. О, здесь как и в Ялте, рапунжи есть тоже. И вот такая вот плиточка красивенькая. Здесь тоже кормят голубей. Летают жирные чайки. Прием сети здесь хороший. Работают все операторы на набережной нормально. Голуби жирные. Слушайте, ну реально похоже на бургер, да? Такой чуть-чуть расхлябанный как будто. И дальше небо тоже. Гляньте, какое красивое. Вот такое на ЮБК. У нас сегодня настроение солнечное. Ты что пригорюнился, малой? Тебя кто-то обидел? Тебе не дали хлеба. Ну засрали, конечно, плитку хорошо они. Маленькие голуби сироны. Не боятся, видите, ребенок бегает, а им пофиг. Им пофиг, они привыкшие, потому что они с руки едят. Здесь тоже уже, смотрите, есть осеннее настроение в Алуште. Ну, людей, согласитесь, вы видели вчера количество на набережной. В Судаке 2 человека в час, и здесь уже людей немного поболее. В Ялте их еще больше на набережной. Ну, Ялта не зря, говорят, город счастья. Вдалеке тоже виднеются горы. Мы проезжали только что Роман Кош, Демерджи гора. Знаете, это самая высокая гора в Крыму, Роман Кош. Демерджи вторая по высоте в Крыму. И Ай-Петри всего лишь на 3-м месте. Высота Ай-Петри 1234 метра, а Роман Кош почти 1,5 километра высотой. Солнечно, так вот тепло здесь. Люди сидят, отдыхают, кормят голубей, воробьев, знакомые лица ходят. Здрасте! И вот такое сегодня спокойное, тихое море, там штиль. Скажу вам сразу, температура воды в море в районе 20 градусов, да, теплее, чем на улице. Знаете, какая жирная-жирная птица. Ля, идет ко мне. Цыпа. Голуби тоже могут нападать. Ну что, они привыкли, их здесь кормят. Давайте морька покажу. Ну такое спокойное, тихое море. Ливан, течение волн. Тут видите, с какой стороны. Вот такое вот тоненькое, спокойное морька. Получше 21 октября 2024 года. Облачка, гляньте, все же красивые, да? Нет, в Судаке было круто, но не зря Ялта называют городом счастья. А Алушта тепло и уют. Смотрите, сколько строят новых домов. Сердечко, видите, на доме прям. А, люди все смотрят, думают, там дурачок, нас показывают по телевизору. И бабушки думают, точно, будем улыбаться. Нас, скорее всего, покажут по телевизору. Ах, ну что, идемте дальше к стеле Алушта. Слушайте, здесь гораздо тихо и спокойно. В Судаке было прикольно, а лучше всего в Новом Свете. Может, из-за погоды, не знаю. Но здесь именно кайф. Именно кайф. Алушта, ребятки, осенью